Вот место. Березовая роща такая высокая. По ней ходит, кормится зеленая пересмешка. Такие высокие вообще березки. Идешь, слушаешь, включаешь телефон, и она отзывается. Если она активна, она скидывается махом. Зеленая пересмешка лазит. Кричит. О, идет. Вот она. Красавица. О, на телефон пошла. Значит, можно и паутинку ставить. Вот она, вот это она. Видишь, вот. Красавец, молодец. Вот, а сейчас мы ее и хлопнем. Вот она. Хоп, и висит в паутинке. Зеленая пересмешка. Старый самец зеленый. Молодые по-другому выглядят. Вот она, красавица. Вот так и поймалась. 2 дня назад ходил, ставил, не скидывалась. Ну вот поймали. Значит, паутину расставили. Небольшая, 3,5 на метр. 5 карманов, как я рассказывал. Вот наш экземплярчик. Зеленая пересмешечка. Птица в клетке внимания много уделяет. Большая клетка нужна, более чем метр. Это старый самец зеленый, молодые чуть другие. Классная. Пел изумительно. Ну что могу сказать. Ну что, дальше будем искать ее. Где-то еще, может, выцепим какой-нибудь экземпляр. Парочку и хватит пока. Своих старых отпустим, а этих оставим.